Интересно заглянуть в витрины вечером, когда они светятся, все такое необычное, улица темная, а там все как на ладони. Ну тут дальше сами уже посмотрите, вот так вот оно все выглядело в Херсоне в один из вечеров. Красивые виды, это память города, вот так вот оно все красиво у нас получается.